Многие горожане опоздали сегодня на работу. Причина – семибалльные пробки, в которых пришлось стоять водителям автомобилей и общественного транспорта. Дороги были загружены с 7 утра в течение нескольких часов. На главном проспекте Ленинском транспортный поток двигался со скоростью не более 3 км в час. Чуть быстрее машины передвигались на пересечении мили Алексеева и Малахова. Кстати, основной дорожный затор образовался из-за того, что в районе Нового рынка рано утром сломался троллейбус.